Меня зовут Ирина, и сегодня я хочу вам рассказать о своем опыте постановки нитей Aptos в Еврошам. В прошлом году, в апреле месяце, я поставила эти нити. Моя задача была следующая. Я хотела очень сохранить овал лица. То есть все мы знаем, что с возрастом ткани начинают спускаться вниз, так называемый гравитационный птоз, и хочется, чтобы овал лица оставался четким. И поэтому я обратилась к нашим специалистам. Мне было предложено поставить эти нити. А как проходила процедура? Процедура проходит следующим образом. Вы должны быть психологически готовы к тому, что кабинет напоминает операционную. То есть все врачи в специальных халатах стерильных, готовится стерильный стол. И психологический момент, мне кажется, здесь очень важен. Я легла, мне обработали лицо, нарисовали по лицу, как будут стоять нити. Их стояло две с этой стороны и две с этой стороны. И по контуру карандаша, потом после обработки лица, мне поставили обезболивающее. Обезболивающее ставили наружно, то есть вколами определенными по месту введения нити. Затем доктор берет нить вот отсюда, она входит и выходит. И здесь то же самое. Доктор их обрезает до определенной длины, которая необходима мне. И, в общем-то, на этом процедура заканчивается. А во время процедуры у меня никаких дискомфортных ощущений не было. Мне не было ни больно, ни неприятно. Мне кажется, здесь очень важно, если еще доктор с вами разговаривает. Потому что вся процедура сопровождалась объяснениями, что со мной происходит, что мне делают в этот момент. После процедуры по всей длине прохождения нитей был наложен специальный пластырь. И места вкола закрыты также этим пластырем. Мои ощущения после процедуры. Я встала и, в общем-то, вернулась к обычной жизни. Конечно, я отказалась от каких-то экстремальных поездок, от прогулок на природе в первые там 3-4 дня. Три дня мне пришлось походить с пластырями. От них был такой, знаете, небольшой стягивающий эффект, но не более того. Болевых ощущений у меня не было. Вот меня волновало, как я лягу спать, будут ли мне эти нити мешать, будут ли они мне колоть, абсолютно нормально. Отеков и синяков у меня, слава богу, тоже не было. Сразу после процедуры результат видно. Для того, чтобы вы смогли его оценить, я очень вам рекомендую делать фотографии до и в процессе реабилитации, через месяц, через два, через три. Потому что самый оптимальный результат у меня наступил примерно через 2,5-3 месяца. Доктор меня об этом предупреждал, поэтому мы фотографировали меня, и этот результат, его видно. Овал лица подтянулся, ткани подтянулись, то есть я довольна результатом.